А теперь вот радио Минск и вот Минского городского управления МЧС. Вопросы и подарки для слушателей. Но только один из наших слушателей получит подарки, а для того, чтобы их получить, нужно будет ответить на вопрос. Ну и напоминаем мы, что сейчас проходит в городе акция под названием «Не оставляйте детей одних». Не оставляйте. И проводится она с целью привлечения внимания родителей к проблеме детской шалости. Например, с огнем любят дети пошалить, да. Или иногда, конечно, да, иногда на воде, вот сейчас же будет тепленько, все пойдут купаться, тоже нужно следить за ребенком. Ну и в других различных ситуациях, дома, на улице, на отдыхе, в общем, всегда за ребенком нужен кругом опасность. Глаз да глаз. И вот, чтобы снизить количество чрезвычайных ситуаций с участием детей, Минское городское управление МЧС вот запустило такую акцию «Не оставляйте детей одних». Кстати, еще ж скоро День защиты детей. Так что тут это особенно в тему. Вопрос у нас будет вначале касаться города Минска. Кто первым на него ответит правильно, мы перезваниваем. Задаем дополнительный вопрос. Там вопрос будет связан с техникой безопасности ребенка, да, можно даже так сказать. И если там справитесь, то подарки, а это кружка брендированная, это сумка, ручка, фонарик даже. Ух ты! Фонарик очень важная вещь в темные времена. В хозяйстве, конечно. И в хозяйстве, конечно, пригодится. Так вот, 9240. Это наш номер для СМС-сообщений. Именно на него мы будем обращать внимание. То есть именно туда вам нужно писать правильные ответы на наш вопрос. Кто первым правильно ответит, тот молодец. Тому от нас телефонный звонок с дополнительными вопросами. Речь сегодня пойдет о Минском планетарии, куда можно отвезти ребенка, полюбоваться на звездное небо, узнать, если ребенок интересуется космосом, много чего о космосе, да, различных космических объектах. Да и самим посмотреть. Да. Ну и вот на базе Минского планетария создан детский астрономический клуб. А вот мы интересуемся, как он называется. В честь одного ученого его назвали. Вот мы хотим спросить, в честь какого ученого назван детский астрономический клуб на базе Минского планетария. Ну и подсказка, конечно. Этот ученый одним из первых использовал телескоп для наблюдения небесных тел. Возможно, именно поэтому и назвали клуб его именем. А при жизни он был известен как активный сторонник гелиоцентрической системы мира, что привело его к серьезному конфликту с католической церковью. Mm-hmm. Ну и для любителей рок-музыки подсказка: он, его имя и фамилия также упоминаются в одной из песен группы Queen. Ждем ваши варианты ответов на короткий номер 9240. В виде смс-сообщения пишите, пожалуйста. И фотографию присылать не нужно. Но вот что же за ученый такой, и в честь него назван детский астрономический клуб. Ждем. Радио Минск. Бутер-брутер. Есть у нас слушатель, которому мы смогли дозвониться и который дал правильный ответ. Михаил, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, Михаил, вам повезло. Вы у нас вторым ответили, но вот человек, который дал первым правильный ответ, мы дозвониться не смогли, поэтому сегодня удача вам улыбнулась. Мы вас поздравляем. Надеюсь, что она вам поможет и ответит на дополнительный вопрос. Но вначале я еще раз напомню вопрос основной. Говорили мы про Минский планетарий, там создан детский астрономический клуб, и назван он в честь одного ученого. Спрашивали мы какого, рассказывали, что он первым использовал телескоп, придерживался гелиоцентрической системы мира, ну и упоминался в песне группы Queen. Кто же этот ученый? Галилео Галилей. Абсолютно верно. Галилео. А можно было перепутать, там возле планетария стоит бюстик Циолковского. Да, можно было, но наши слушатели не перепутали, и это хорошо. Михаил, у нас для вас есть дополнительный вопрос, который связан с детской безопасностью. Вы отец? Отец. Отец. У вас один ребенок или несколько? Один. Один. Хорошо, ну вы за детской безопасностью следите? Ну, как бы уже и вышел из этого возраста. Ага, ну когда-то следили. Да, было дело. Хорошо. С игрушками ребенок ваш любил играть? Да. Вопрос будет связан с игрушками. Там три варианта ответов, и вы мне скажете, какой из них правильный. Хорошо? Да. Так вот, вопрос заключается в следующем. С какими игрушками опасно играть ребенку, не достигшему возраста 5 лет? И три варианта ответов. С игрушками, сделанными из искусственного меха, с игрушками, в которых много мелких деталей, или с игрушками, которые дарят дальние родственники? В которых много мелких деталей. Абсолютно верно. Действительно, до 5 лет детям игрушки, в которых много мелких деталей, лучше не дарить. Михаил, спасибо вам большое за правильный ответ. Спасибо вам большое. Вы мое любимое радио. Ой, очень приятно. Желание всем вам.
Спасибо, спасибо. Спасибо. Михаил, оставайтесь на линии. Расскажем, как забрать ваш подарок от Минского городского управления МЧС. Ну, а нашим слушателям рекомендуем не забывать о детской безопасности.